А что же там? Давайте. Ну вот кусочек остался, это уже отложено гостям. А это что? Это заговачки. А расскажите про блюдо, которое приготовили нам для репортажа. Шовский салат. А, ну, рецепт расскажите, как он делает. Печеный перец. Побрызган растительным маслом. Потом это самое, честным шопом. Чеснок и помидоры перетертые. Самое, что это за правило. Так что вот это шовский салат, он простой. Попробуйте потом. У нас всего говорит так, что как бы являемся лауреатом на конкурс чистоты и культуры. Мы говорим, что много премий в адрес сельской рады приходило, много премий приходило в области государства, сельского хозяйства, дружба. Весь палац называется дружба, так и у нас дружба. Это же не единство, да. Я считаю, что сегодняшний праздник мы как бы обошли город чистый, красивый, молодежный. Вот, и считаю, что сегодняшний праздник подтверждение тому, что люди собираются, и это неплохая организация работы вот, данного города. И как бы становление ключевым в культуре, уважение людей один к другому. Самое главное, единство, братство, здоровье, благополучие, как бы не говоря о плохих словах, чтобы не было войны. Чтобы мы друг друга встречали, радовались, смеялись друг другу и как бы пожелали друг другу счастья и здоровья, благополучия. Меня в Болгарии Стефаном называют, да. У меня там много родичей. Вот. А как по-болгарски будет «добрый день»? Дуварден. Дубарден. Дубарден. Да. Или Добарден. Очень вкусно, так сказать. Ну, это переводится... как бы по-русски, как бы это, да. Сильно губу. Сильно вкусно. Сильно вкусно. Вот. Сильно вкусно. А спасибо. Добре. Болгарам, які з давніх давен мешкають на Одещині, бережуть свою мову, культуру, традиції та обряди, свято шанують пам'ять своїх предків, щоб донести її до нащадків. Мені приємно сьогодні присутствувати на такому празднику, празднику культури. Сила государства, якщо вона може підтримувати культуру, традиции тех народов, которые проживают на территории государства. И как бы формация у нас в государстве не менялась, на протяжении уже более 20 лет традиционно находятся возможности поддерживать национальные культуры, традиции и родные языки у нас в Украине. Пользуясь случаем, я искренне хочу поблагодарить руководство города с таким важным событием, традиционным событием, которое на протяжении многих лет уже проводится в городе. Это как раз пример, как достойно организовывать, проводить мероприятия, уважая малые народы. А у нас их в Украине 134 национальности и народности. Я благодарен всем трудовым коллективам, благодарен художественной самодеятельности. Я вижу здесь много коллективов, которые приехали с Бессарабии, с юга Одесской области, с тем, чтобы поддержать тех болгар и всех, кто проживает в городе Южном, их своей культурой, своими песнями. Я думаю, что вам очень будет интересно сегодня посмотреть
эти прекрасные коллективы художественной самодеятельности. Но хочу обратить еще внимание на одну важную деталь, момент важный, что каждым делом, особенно общественным делом, двигает конкретный человек, двигают конкретные люди. И если были конкретные люди, если не их энтузиазм, если бы не их любовь к родному, к близкому, наверное, бы не было вот так организованных мероприятий. Потому что власть без общественности, без родолюбивых людей невозможно, чтобы проводили на таком уровне мероприятия, и невозможно, чтобы это приобретало такое уважение и такую благодарность. И пользуясь случаем, я хочу, уважаемые присутствующие от имени организации общественной всеукраинской, которую я возглавляю, наградить для нас очень уважаемого, думаю, для вас человека, который двигает культуру и болгарскую культуру здесь массу, где дисперсно проживают сегодня болгары и другие национальности. Скэпи приятели и болгари, аса радом, чьем возможность, да поприветствуем вас. И аз от имени на ассоциации, да насичките болгари, искам да ви кажа ино. Милейте за родноту, милейте за языка, милейте за традициите. Прейте те, как добупраяха нашите деды и прадеды. Те мужаха да передадат на нас языке, традиции те обычаи. И не треба да направим максимум возможного и невозможного, да си передадем айтуе, куэту азгу казах, на своите деца и освоите внуки. И ту и силы-то на нация-то, куту може всеки чувак, независимо от кого национальность, домой да си передаде через крев, через своите деца, ту и куэту треба да бэди во всяка национальность. И те да си устанут наша держава, болгари, гагаузы, албанцы, русские, и безусловно титульная нация, сички титева 134 национальности и народности. Светлана Ивановна, пожалуйста. Решение. С решение на исполкома на Асоциацията на българите в Украина по случай на фестивала на българската култура в град Южни да се награди с медал Асоциация на българите в Украина Калина Кнешук, председател на Южненското българско културно-просветно дружество Родолюбие за дългогодишен принос във възрожденския процес на българската общност. Президент на асоциацията, народен депутат Антон Кисе. И тримайте, Калина Кнешук, будь ласка. Уважаемые высокие гости, много съм благодарна. Мисля, че не аз заслужих. Това не е моята заслуга. Прежде всего, това е мероприятие на нашия дворец култура. И те правят много за многие национальности, които са тук у нас в Грачето. А голяма благодарност на всичките нашите българи, които ме поддържат, и българите от Бесарабията, тоже които ме поддържат. Большое спасибо. А заслуга... Петро Иванович, вас шукают. Большое спасибо Петру Ивановичу, Анне Ивановне. Они движители всей этой кампании, а мы помощники. Спасибо. Oh!
Расскажите нам, пожалуйста, что это такое? Тыква мерлянка, его называют простом. Лагинария. Растение, вот оно, как оно растет. Можете посмотреть. Угу. И что вот с ним можно сделать? Сушиваете, а потом вот бутылки. В него можно наливать воду, вино, коньячок, что хотите. Если вода не греется, то это вы сами делаете? Сегодня да? А где выращивается, где растет? У себя, в Левче, недалеко. Левче, известное село, своей церковью. Слышали про Левче? Нет. Там в церкви растут лилии, срезанные вот растения, еще не распустившиеся. Батюшки ставят в икону, и они там расцветают. Потом высыхают, и на сухих стеблях появляются луковички. Из этих луковичек опять растет растение. Угу. Вот, где оно находится? Левче, это Саранский район, за Белгород-Днестровским. Угу. Знаете, где Белгород? Да, да. Это 10 лет. Подождите, я вам дам. Сандра, від самий головний тут тренер, зараз скаже, що тут відбувається. Що це, Саша? Розмін борцов, кожному зараз змінатися. От ви з утра робите зарядку? Підніміть, хто робить зарядку. Це делікатне упражнення, в тому числі в даному случае колесо. Рандат фляг. Нужно сказать, что болгары считают борьбу одним из самых национальных видов спорта. У них много борцов, я знаю. Наши товарищи, наши коллеги постоянно говорят, что болгарские борцы один из самых техничных и волевых. И даже у нас в области, в Одесской, хоть они сегодня не приехали, они постоянно участвуют в соревнованиях разного уровня. Можете представить, что в Болгарии есть такая традиция, когда просто жители борются на народных праздниках, не в таких красивых трико, а, наверное, в национальных костюмах. И все это занимает значительную часть праздника. Учиваться из всяких сложных позиций. Вот переходы, опять же, с моста Амос через, простите меня, голову. Все, молодцы, встали пары. Пары быстренько. Вот тренер строит борцов пары для того, чтобы показать вам некоторые элементы единоборств. И под руку с посадкой. Этот прием называется? Руку под руку с посадкой. Руку под руку с посадкой.